Это карта Солнца. 31-я карта Малого Оракула Ленорман. И под этим же номером она находится в золотом венецианском оракуле Ленорман, который мы создали с Евгением Венецким. А здесь у нас указан туз бубен как игральная карта. И в колоде Гранд де Тейла туз бубен называется «Золотое солнце». Символика солнца представлена здесь совершенно разными символами. Само солнце, которое слегка загорожено львом на колонне, и крылатый лев, лев как символ солнца и как символ Венеции, как правило, золотой венецианской символики. Это очень яркий символ удачи, счастья, торжества. Он возвышается над площадью Сан-Марко и символизирует самого Святого Марка.